Анонс и дата выхода третьей серии турецкого сериала «Ограбление». Третья серия сериала выйдет в эфир 4 января. Ранее в сериале мы увидели Кару, который наблюдает за Зейнеп со стороны. Он думает, что девушка не замечает этого, но ей удается почувствовать взгляд мужчины. И она переводит взгляд в ту сторону, где он стоит. У мужчины это вызывает улыбку. Он решает посетить лекции, которые в университете читает отец Зейнеп. Он старается не привлекать к себе в это время лишнего внимания. После молодые люди встречаются на улице. Они довольно хорошо проводят время вместе и явно наслаждаются обществом друг друга. Девушка с удовольствием отвечает на те знаки внимания, которые парень оказывает ей. Вечером они проводят вместе время в кафе на набережной, играя в нарды. Они много общаются и стараются узнать друг друга как можно лучше. Но пока что Зейнеп не знает о том, чем занимается ее новый знакомый. Не знает о его воровских пристрастиях. Показывает, что Кара находится на складе с довольно большим количеством оружия. Нахождение в таком месте вызывает у него по-детски довольную улыбку. Несколько машин догоняют большую фуру и останавливают ее. Они собираются забрать все то, что находится в ней. Но когда они открывают ее, она оказывается совершенно пустой. Третья серия сериала выйдет в эфир 4 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.